Ассаламуалейкум, қадірлі көрермен. Еркін сөздің бүгінгі тақырыбы лента дауы. Георгий лентасын Украинаның шығысындағы ресейшіл сепаратистер қолдана бастағалы, бұл символға деген көзқарас өзгерген сыңайлы. Осы ретте хабарымызға Георгий лентасының орнына Қазақстанның мемлекеттік рәміздеріне ұқсас көк бау пайдалану түсінген ғалым Ағилев азаматтық белсенді және өзін орыс әлемінің өкілі санайтын Евразия идеясының жақтаушысы Георгий лентасын қорғайтын айтқан идеолог Қайрат Байгереев. Олай болса, қош келдіңіздер, ғалым мырза. Сіз Георгий лентасына қарсыз ба? Неге сіз осындай бір бастама көтердіңіз? Көк лента туралы. Мен орысшада айтам. Айтыңыз. Значит, когда в 2005 году появилась лента, и она стала активно продвигаться в России, это была, конечно, кремлевская задумка, но она сразу набрала обороты, и все республики, все бывшие страны бывшего СССР приняли ее, и она стала символом победы. После того, как, когда сама георгиевская ленточка стала, мы стали смотреть историю и стали видеть о том, что покорение Туркестана, покорение от мечети, покорение Средней Азии, покорение казахстанских городов, которые были здесь, казахских городов, покорение Кавказа, покорение постсоветского пространства связано напрямую было с теми медалями, орденами, которые давались именно георгиевской ленточкой, медалями и крестами, то, конечно, у казахстанцев и у всех народов, которые вошли в Союз, у них уже возникло, во-первых, отторжение этой ленты. Более того, события в Грузии, события в Молдове, и особенно последний год, когда идут события в Украине, и когда ЛНР и ДНР приняли для себя как основным символом эту ленточку, то, естественно, если мы хотим сохранить суверенитет, если мы хотим говорить о независимости, если мы хотим говорить о том, что Будапештский договор, международное право, оно для всех, и Украина, и Казахстан защищаются вот именно этим договором, и территориальная целостность неделима, то, соответственно, сегодня это может быть Украина, а вчера это была Грузия, а до этого была Молдова, то завтра может быть это Казахстан. Поэтому георгиевская ленточка, она, к тому же, не является гвардейской лентой. Гвардейская лента, она красная. Это символ знамени, это действительно символ победы. А то, что является георгиевская ленточка, она соединяет русское воинство и доблесть царской России и советской России. Яғни, бұл басқыншылықтың белгісі деп ойлайсыз ба сонда? Да, но к нам, казахстанцам, к украинцам, к белорусам и другим народам она отношения прямого не должна иметь. Потому что в таком случае ветераны, конечно, замечательно, они с этой лентой живут, и с 2005 года действительно они не все общество приняло. Пусть она остается, но наряду с ней будет национальная лента Республики Казахстан. Жақсы, түсінікті. Енді, қадырлы көрімендер, біз бұл ғалым Ағилев Мырзаның ұсынған лентасында алып келдік сіздікі осы ғой. Ал жаңағы біздің айтып отырған Георгий лентасы деген мынау ғой. Осы лента міне біз сіздер көрмегендеріңіз болса деп алып келдік. Енді, Қайрат Мырза, сіз неге бұл лентаны қорғайсыз? Осы хабарға келерде сіз маған қорғайтыңызды, өзіңізді орыс әлемінің өкілі санайтыңызды айтқансыз. Ғалым мырза пікірімен келісесіз бе? Ну, я, конечно, буду, стану на защиту этой ленты. Я даже до сих пор не разберусь, где георгиевская лента, а где гвардейская лента. Мне как-то вот все никак не могу запомнить. Вы мне напомните это? То есть георгиевская лента, она какого цвета? Мне тұр, алдыңызда тұр. Это георгиевская, а гвардейская какая лента? Ол қызыл және қара. Красным этим, да? Мне кажется, нет никакой принципиальной разницы, какого цвета, во-первых, они. То есть я согласен, конечно, с вами, что и георгиевская лента, и гвардейская лента – это символ присутствия русского мира. Везде, Казахстан, да, Украина, независимо где, да. То есть там она была подана, как вы говорите, кремлевский проект, наверное, это так, но народ подхватил ее, русский народ. И взял ее именно как символ присутствия русского мира. И для того, чтобы... Я, да, вот я это тоже принимаю и согласен с этим. Вы согласны с этим тоже, да?
с таким вот утверждением? Я согласен с тем, что нужно развивать национальную символику, национальные идеи и именно национальное гражданское общество. Mm-hmm. И символика должна быть национальной. Нет, но я понял. По, именно по общая, вот этой гвардейской георгиевской ленте. Я считаю, это символ присутствия русского мира. Уважение ветеранов, которые приняли это эту ленту, верно. Она пусть остается и будет. Но наряду с ней пусть развивается и растет. Вы не поняли мой вопрос. Лента. Вы согласны с тем, что вот георгиевская, гвардейская лента, mm-hmm. неважно, как мы ее называем, это символ присутствия русского мира, независимо от того, где она находится? Я согласен, в Америке, в Китае, но, в Казахстане, но в Украине. Дело в том, что в Казахстане должно быть свое собственное информационное пространство, должна своя, быть собственная суверенная символика. Исходя из этого... Сіз сұраққа нақты жауап беріңізші. Мына лента орыс әлемінің қазақстандық белгісі ме? После того, как эта лента стала символом ДНР и ЛНР и войны с Украиной, пусть как бы это ни называлось, идут многие фальсификации в отношении украинского государства со стороны кремлевских идеологов. Поэтому я считаю, что нужно эту ленту официально, тем более от лица официальных лиц, в Казахстане не распространять. Я какую считаю, ленту? Георгиевскую или гвардейскую? Именно георгиевскую ленту. Но опять же я не разберусь, где георгиевская, где гвардейская. Для меня гвардейская лента — это красная лента, это символ победы. Вот она настоящая лента. И вот то, что кровь, победа, красное знамя, Советский Союз — это все единая символика. Это же баска. Жақсы, онда мен сіздерге бір видео көрсетіп алсам. Ленточки совершенно бесплатные. Спасибо. Кому Дня Победы, повяжите на автомобиль или на одежду. Пожалуйста. Изначально ленточка была задумана, конечно же, российской компанией РИА Новости, которая в канун Дня Победы стала раздавать ленточки. И, конечно же, потихоньку-потихоньку акция превратилась в огромную, большую акцию, которая ничего общего с политическими какими-то моментами не имеет отношения. Вот мы ленточку раздаем только в канун Дня Победы для того, чтобы почтить память ветеранов. Енді жаңағы бұл азаттықтың былтыр 2014 жылы 9 мамыр жеңіс күнінде түсірген жұрттан сұрағандағы айтқан ойлары осындай. Яғни ол кезде Украинада да оқиға болып кеткен. Бірақ қазақстандықтар оған ондай жаңа сіз айтып отырғандай саяси мағына бермейді. А сіздің жаңа осы мына лентаның орнына көк лентаны ұсынуыңыз, мына лентаны Георгий лентасын пайдаланатын адамдарды, қарапайым адамдарды Қазақстанның бір тәуелсіздігінің жауы немесе бір бүлікшіл ретінде көрсетпей ме? Бұлай жік салмай ма деген ғой сіздің мына ұсынысыңыз. Так, вот я хотел бы, чтобы национальная лента, казахская лента, казахстанская лента, граждан Республики Казахстан, чтобы она постепенно становилась основной и была вот символом и была повсеместно везде, потому что это есть одна из главных и связь со знаменем, и связь с мировоззрением. И здесь очень много хорошего, и побед, и батырских, и так далее, связано с национальной традицией. Что касается гвардейской ленточки красной, замечательно, это общая история, это должно быть. Что касается гвардейской ленты, я считаю, кто ее будет носить, это их право. Но я, например, лично ее не одену, но те, кто будут носить, пожалуйста, это... А вот вопрос Галум, вот голубая ленточка, это замечательно, красиво, она какое отношение имеет именно к победе 45-го года? Она имеет такое же отношение, раз казахстанцы участвовали в войне, раз казахский народ тоже проливал кровь, значит и красная лента гвардейская, и голубая национальная символика, они уместны. Вы хотите сказать, что вот эту ленту голубую, ее создали там Совет ветеранов, ветераны войны, наши казахстанцы? Нет, я не хочу сказать, но я хочу сказать, что это символ независимости. Ну а зачем вы решаете за людей, которые воевали в той войне, и им как бы навязываете свой вариант ленты? Дело в том, что это символ независимости, это борьба за независимость, это война, и казахский народ также давал, и символика казахского народа, которая становится символикой Республики Казахстан, то есть общеэтнической, она должна быть также присутствовать. Ну, я считаю, что голубая лента, она очень красивая, замечательная, мне она даже сам дизайн нравится очень, но голубая лента — это символ оппозиции Республики Казахстан.
оппозиции Назарбаеву, на, вот, действующей власти. Потому что я помню, как она внедрила. Все, конечно, наш орнамент, наш цвет нашего государства. Но я помню, как она начала внедряться в Казахстан. Думаю, мы не должны делить оппозиция или это власть, что если это государственная символика, она единая. Нет, мы, конечно, не должны делить, но деликатность всей ситуации в том, что ее внедряют люди оппозиции. Не факт. Вы согласны с тем, что люди из оппозиции? Я не согласен. Это общегражданская символика. Шығыс Қазақстандағы ішкі саясат бөлімінде таратты кезінде. Бұның ең басталған кезі сол биліктің... Да нет, вы тоже, Рахат, вы не вводите в заблуждение. Я очень хорошо помню, как в прошлом году люди, которые проамерикански настроены, которые настроены, антиевразийская настройка. Проамериканский, значит, против евразийской интеграции. Антироссийская. Носители, в кавычках, кремлевского мира. Они болеют американизмом. Мне кажется, не нужно об этом говорить. Я вам просто хочу рассказать, что... Своей собственной истории. Давайте говорить о своей истории. Галам, вот такие ленты, голубые ленты, она красивая, я не спорю. Но вот эта голубая лента, она является всего лишь элементом технологии цветной революции. Похожие ленты внедряли на Украине. Вы боитесь какой-то ленточки. В Грузии внедряли, и в арабских странах похожие символы. Дело в том, что национальное самосознание, национальная культура, она напрямую связана с ценностями. Конечно, это все будет прикрываться национальной культурой, национальным самосознанием. Казахстан должен формировать свои ценности. Он не должен быть в российском... Благими намерениями. Нет. Вы сейчас говорите, как какой-то большой брат, который, как Орел 84, говорит, смотри, я тебе даю. Галам, есть вот это. Я не ношу ни эту ленту. Я вообще дистанцирую. А я буду носить эту ленту, потому что национальная символика, я считаю, пришло время утверждать. Я вообще дистанцирую. Еще раз повторяю, голубая лента не имеет никакого отношения к правительству Республики Казахстан. Никакого. Почему? Это оппозиционная лента. Нет. Конечно, сейчас я вот слышал такое... Хорошо. Отдел внутренней политики, администрации президента... В 6 веке нашей эры тюркский каганат. Это тенгри. Все замечательно. Все, что тенгри связано с солнцем, символика, царящая на голубом небе, это правящая каганская символика. Каждый раз, когда оппозиция будет выходить на свои мероприятия, митинги, пикеты и так далее и тому подобное, они будут одевать эти голубые ленточки. И вот оно пойдет разделение. Голубая лента будет представлять оппозицию, она и есть оппозиционная лента. Она представляет силы, которые против интеграции, против русского мира, против России, антироссийские. Мына лентаның тарихын қысқаша айтып өтсек, ол 1769 жылы Екатерина II, Ресей император ханшайымы, осы Георгий орден бекіткен. Одан кейін жағы ол кездегі Ресей саясатының негізгі белгісі басқыншылық болды. Оны білесіз ғой. Енді Орта Азияны жаулау кезінде ерлік көрсеткен, жаңа ғалым мырза айтып кеткен генералдарға берілді. Мысалы, Черняевті алайық, Ресей империясының генералы. Я понял все. 19-шы ғасырда. Міне, мен айтып болайын, 60-шы жылдары. Рахат, я сейчас знаю, что вы будете говорить про... Верныйды, біз отырған Верныйды басып алған, Таразды, Шымкентті басып алған үшін, оған Георгий лентасын, мына Георгий орденінің осы лентасымен... И награждали, между прочим, наших батыров, которые воевали вот этой лентой георгиевскими орденами. Оның үстіне бұл енді христиан діннің әулиесі, Георгий деген. Және оның атындағы лентаның әскери басқыншылық мағынасы бар. Осылай ғой. Енді мына Қордайдың бойындағы соғыста қаншама қан ағып, жергілікті халықтың мәйіттері шашылып жатқанын тарихшылар біледі. Сіздің бұл лентаны қорғауыңыз бұлай қасиетсізге емес пе дегенім ғой. Я вам объясняю. Кейбір адамдардың ұлттық діни сезімін қорламай ма сіздің осы? Вот объясняю по этой ленте. Да нет никакого конфликта. Это все искусственно создано. Искусственно созданный конфликт и отторжение этой ленты среди казахтар.
среди нашего народа, среди нашего общества. Нет никакого конфликта между казахами и Россией. И, это, и даже пусть она будет называться Георгиевская лента. Нет, и сейчас, и тогда не было. Потому что, когда было казахскому народу тяжело, когда их, они были на грани истребления, исчезновения, Российская империя сюда пришла и спасла этот народ. Город Верный здесь, вот эта станица Верная. То есть она спасла от геноцида со стороны Джунгар, со стороны Китая. Давайте вот так, он происхождение. Вы... То есть Георгий и давайте Чохан так. Валиханов был... Я уважаю учебники истории Советского Союза, потому что сам учился. Вы знаете, что он был, не надо он говорить. Был выпускником российского генштаба. Он был российским офицером, казаком, казачьего... И он, у него не было никакого конфликта с этой лентой. Почему у нас должен быть конфликт? Ага, жақсы. То есть все это создается искусственно. Жақсы, сіз сұраққа жауап бердіңіз, я бұл жаңағы басқыншылық лентасы емес деп отырсыз. То есть я хочу сказать, что... Хысқаша. Я вам хочу сказать, Георгиевская лента, гвардейская лента, как вы ее не называете, это все символ присутствия русского мира. И нам нужно разобраться, что есть русский мир. Потому что давайте сейчас вот перейдем к этой теме. А вы помните, как Чокан Валиханов... Об это с горечью вспоминал, когда не экспедиции Чернобыля. Я сейчас выкопаю эти всякие там воспоминания, казахов. Страдания и так далее. Это все, делалось. Я вам объясняю, да? Эти награды. Давайте, поймем, что такое русский мир. Хайрат Мырза, Хайрат Мырза, сіздің сұраққа жауап бергіңіз. Нам нужно разбираться, что такое русский мир. Нам нужно разбираться, что такое есть. Потому что мир есть непонимание. А потом и перейдем, что такое Казахстан. Нужно создавать свои собственные ценности. Нет, ну подождите. Опираться на идет намеренное шельмование идеи русского мира. И, знаете, упрощение и примитивно смотрят на, вообще на вот это понятие русского мира. На самом деле, я, вы и вы тоже, Рахат, мы являемся частью русского мира. По крайней мере, уже по меньшей мере, потому что мы говорим по-русски. Вы согласитесь? И вы по-русски, у нас общая ментальность. Мы не отказываемся от этого. Ну что такое русский мир, вы знаете вообще? Во-первых, что я хочу сказать. Во-первых, у всех больных русским миром, всегда есть фантом. Да мы не больны Америки. Русским миром. Мы не больны. Просто вы давайте больны дадим, русский, поймем, Америкой. Что есть это русский раз. Мир. Вы думаете, это русский мир это балалайка, там, я не знаю, никто не медведь, говорит, там, водка. Так, дайте, вот так же дайте вы думаете, считаете. И людей вот будете в заблуждение. Русский мир – это прекрасная культура и цивилизация. А так. Но вы подменяете своими военной агрессией. Да кто мы? Я что, военная? Я то, что где-то воевал? Символика русского мира, она превратилась в этот жалкий агрессивный кусок. И вы этим, прикрываясь, говорите о том, что какой великий русский мир. На самом деле русский мир – это прекрасная культура, это прекрасный балет, это прекрасные знания. Но не то, что сейчас делает администрация Путина, которая ведет войну в Украине. Ну, администрация Путина навязывает не представляет решение весь русский мир в полноте, согласитесь. Которая завтра, сегодня Украина, завтра Казахстан или любая другая страна, которая выглядит как агрессор на фоне других. Этим русский мир убивает сама кремлевская администрация. Послушайте, вместо Гала, того, чтобы здесь быть друзьями, лежат две ленты. Вот одна делают, лента русского мира. Как бы вы к нему не относились, Казахстан, я согласен, что это идея русского мира. Казахстан. Здесь вторая лента, она к Казахстану никакого отношения не имеет. Я не закончил, подождите. Эта лента есть присутствие, символ присутствия Америки в Казахстане. Информационное пространство России не должно так как информационное? Мы вот находимся на радио «Свобода». Давайте сделаем это паритет Украины радио. И паритет России, паритет Грузии с другими постсоветскими республиками. Давайте информационное пространство всех. Дайте возможность выбирать. А вы делаете так, что да что вы меня спрашиваете? Я что, там руковожу, что ли, информационным пространством? А в том-то и дело, что Дякса. Русский мир это превратился в зомбирование. Никакого зомбирования. Жақсы, енді, былай болса, мен бір видео көрсетіп алсам сіздерге. Өйткені 1917 жылы Қазан төңкерісінен кейін совет билігі халықтар достығын жариялап, Ресей империясы басқыншылық саясаты кезінде әскери марапат болған Георгий лентасын жойды. Революциядан кейін ол алынып тасталды марапат ретінде. Одан кейін екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 1943 жылы әскери ордендер Георгий лентасымен қайта пайда болды. Осы ретте видео көріп алсақ.
Этот орден, вот гвардейский орден, этот орден славы, потом орден за, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, они ведь апеллируют к культу силы, славы, героизма. Но они отметают другую составляющую войны. Это смерть, это разруха, это голод, это там большое количество жертв. Вот это отметается, и берется только определенная составляющая, чем, собственно говоря, и опасна эта символика, то, что в нее вкладывается. Не столько сама символика, потому что символы, они нейтральны, но то, что вкладывается в этот символ, может нести большую разрушительную силу. Не вижу проблем. Действительно, георгиевская лента – это символ гвардейской ленты, это символ доблести, воинской доблести, потому что она символ жертвенности. Без гвардейской ленты, георгиевской ленты невозможно было бы победа на, вот, в этой войне. То есть вы, да, в Великой Отечественной войне. И я уверен, что Бауыржан Момышұлы, допустим, и наши герои, которые войны, они бы даже не поняли вот этот диспут, как можно сравнивать две эти ленты, две ленты американского присутствия, пусть даже она очень красивая, наших ну, наши национальные орнаменты и так нашу национальную символику восхваляет, но она никакого отношения к войне не имеет. Вот эта лента, действительно, она во-первых, я обогрена кровью наших солдат, вот так скажем. Во-первых, символикой Великой Отечественной войны было красное знамя. Это было красное, гвардейская лента. Да, галлам, это, знаете, искусственный но вот этот какой-то ленты, искусственная как таковой, дискуссия. Даже, это искусственный дискурс, то, что вы сейчас говорите. Я вот даже не разбираю, второй момент. Где красное, дайте, где оранжевое. Подождите, дайте все я закончу. Это одинаковая лента. Не перебивайте, пожалуйста. Угу. Так вот, второй момент. Россия делает акцент на победе, ратных подвигах. Этим она объединяет население. Но объединяет во имя какой цели? Во имя разрешения конфликта военного присутствия в Украине, до этого Грузии и Молдове. Я объясню. Зачем объединять русский мир с помощью позиций силы? Я объясню. Вообще объясню. Сильного брата. Это не нужно. Потому что, прикрываясь этим, они закрывают все остальное. Гала. И Казахстану это не нужно. Американская риторика вообще не уместна. Ну как мне не нужно? Есть американское присутствие. Есть у нас есть своя позиция. Мы можем. У нас нет своей позиции. Свободны. У нас это у нас есть своя позиция. Да, прекращайте. У нас многовекторная политика. У нас 6% Донбасса, которая есть в Казахстане, до сих пор здесь. И вы говорите о том, что русский мир никак не влияет на Казахстан. У нас больше российского присутствия, чем американского присутствия. И растет китайское присутствие, благодаря экономическим изменениям в стране. И то, что делают власти, это прежде всего нужно делать акценты на укрепление гражданского общества в Казахстане. А для этого нужны собственные ценности и собственная символика. И нужно это делать. И пусть будет победа и с этой георгиевской ленты, и с гвардейской ленты, и с национальной лентой. В чем это деликатная ситуация, в чем опасность, в чем реальная говорите, угроза государственной угроз безопасности каждый от выбирает этой ленты, свое голубой ленты. И имеет право выбирать я вам объясняю, свою ленту, это технологии для цветных революций. Завтра оппозиция выйдет на свои митинги, на свои пикеты с этими лентами. Что против поставят? Вы знаете, что произошло год назад? Год назад как были провокации? Потому что им это будет. Они принадлежат к Республике Казахстан. Я не знаю, здесь какой-то... Вы не даете слова, вы сразу меня перебиваете, Рахат. Я не знаю, я не знаю. Енді мен сұрақ қойсам. Мысалы, жаңағы, сіз өзіңіздің пікіріңізді айтыңыз ғой, мен сізге бірінші сұрақ қойдым, ана видеодан кейін. Енді ғалым мырзаның пікірін сұрауға бола ма енді сізден? Сұраса. Да, я не договорил свою позицию. Енді қысқаша түсінікті қылып айтсаңыз, сіз қайталап жатырсыз, мына лента американдікі деп, мына лента русского мира. Басқа, басқа. Вот это американская лента, это русского мира. Басқа, басқа. И так оно будет противопоставляться. Басқа, завтра, завтра люди с этими лентами, граждане с этими лентами начнут громить акиматы, начнут кидать камни бутылки с зажигательной смесью на представителей власти, на полицейских. Коктейли Молотов. Как это было на Украине? Это технологии, вы поймите. Здесь не надо... Украина, да, Началось все с этой ленты. Вы хотите лишить Республику Казахстан национальных символов? Да, вы хотите они лишить национальных ценностей? Национальные символы у нас которые есть. Которые не надо развивать, надо принять русский мир и забыть обо всем своем.
Вы поймите, национальные символы, они у нас есть. Победа у нас была общая. И одевайте, пожалуйста, ленты, эти ленты не на победу, одевайте на свои митинги оппозиционно, одевайте, кто запрещает. Жақсы, онда, да? Зачем внедрять на них заход после города? Жақсы, енді мен сұрақ қояйын, я рұқсат етсеңіздер. Қандай сұрақ? Ғалымға, сізге қойдық, сіз айтып, енді ғалым мырзаға сұрақ қойсақ. Жаңа Примаченко ханым айтып отырған қауіп бар ма шынымен? Примаченко? Кто-то жаңағы әйел, Яна Примаченко, история. Она кто вообще? Тарих ғылымдарының докторы, Украина ғылым академиясының жаңағы қызметкері, ғылыми қызметкері. Сонда қауіп бар ма? Ол кісі жаңағы тает опасность, анау мынау деп айтты ғой, жаңағы символ войны. То, что символика, она может и объединять, и разъединять, она абсолютно права. Поэтому нам, создавая наш общий мир, вот казахстанский мир, нужно учесть, что должна быть символика, объединяющая нас. Это должно быть и тюркская, и казахская культура, и история, и ценности. И это должны быть и элементы славянского и русского мира, потому что это два основных этноса здесь. Но соединить это можно с помощью не только лент, это можно с помощью единого мировоззрения, единых каких-то вещей. Но национальная символика должна быть очень сильной. Она должна присутствовать в сознании людей. Они должны уметь ориентироваться в окружающем мире и нести другим людям. Жақсы, онда біз тағы бір видеоны көріп алсақ, өйткені ол видеода Грузияда түсірілген. Сними его! Да снимет он, снимет. Сними его, сними! А? Не надо. Я не кричу, я... Ну вот. Не надо такие вещи делать. Я вот захочу, закрой за окно. Это моя собственность. Снимай его, снимай. Выкинь с окна. Не ложи в машину. Выкинь с окна. Выкинь его. Выкинь. Аргаушева. Шансу. Выкинь. Ты сейчас выедешь и обратно будешь его ставить. Жақсы, ғалым мырза, сіз жаңағы видеоны көрдіңіз, ол жерде Ресейдің туристі Грузияға барған, сол кезде мына лентаны, Георгий лентасын тағып алған. Енді сондай реакция туып жатыр, ол не себептен жаңағы Примаченко айтқан қауіп шынымен бар ма? Но я вот хочу сказать, что Россия как агрессор и после грузинских событий, когда вот Абхазия и Осетия вошли в состав России, то, естественно, это была война грузинско-российская. И настроение у грузинского населения, естественно, будет против этой ленты. Аха, жақсы. Сізге сұрақ, Қайрат Мырза, жаңағы грузин азаматының реакциясы дұрыс па? Завтра люди с этими лентами начнут кидать коктейли Молотова на представителей люди власти. Иметь свое как это было на Украине? Как это было на Украине? И они должны быть объединяющими. От георгиевской ленты, от людей георгиевской ленты, русские, евразийцы, они, от них никаких проблем не увидите вы. Потому что для евразийца интересы государства всегда выше, чем интересы, личные интересы. Тогда он пусть одевает. А это оппозиционная ленту. Лента. Какой это лента оппозиции. Национальная лента Республики Казахстан. И в таком случае, как патриот Республики Казахстан, он должен одеть. Қайрат Мырзаға сұрақ қойыңыз. Жақсы. Рахат по-русски говорил, что ты тоже как-то мы... Жоқ, мен орыс әлемінің мүшесі санамаймын, сондықтан қазақша қояйын. Сіз қазақсыз, қазақша түсінесіз. Жақсы, айта бер. Онда, мысалы, Украинаға жасаған әрекеттері, Ресейдің Грузияға жасаған әрекеттері басқыншылық емес пе? Сіз қалай қарайсыз осыған? По-русски скажите. Ну, это не агрессия насчет... Конечно, не агрессия. Конечно, не агрессия. То есть агрессия со стороны Соединенных Штатов Америки была. Жақсы, сіздің өз басыңызға қатысты. Мына лентаны 9 мамырда тағып шығуыңыз мүмкін бе? Тағасыз ба? Кім? Мен өзім? Жоқ. Мен национальная лента. Аха, жақсы. Қайрат мырза, сіз мына лентаны тағуыңыз мүмкін бе? Ни в коем случае нельзя ее одевать. Ни в коем случае. Это вносит раскол. И я еще раз повторяю, это лента оппозиции и присутствие Америки на этой земле. Жақсы, сіздердің уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Қадырлы көрермен, еркін сөз бағдарламасы осымен аяқталды. Екі тараптың да пікірлерін тыңдадыңыздар, өз тараптарыңызға сала жатарсыздар. Сау болыңыздар.